Всех приветствую, я Авро, и мы продолжаем прохождение Need for Speed Underground. В прошлой серии мы там Drag Racing прошли, ничего, короче, особенного не было. Поэтому... посмотрите на этого крутого, просто смешно. На трассе только ты и Курт, на кону первая строчка в рейтинге ведущих кольцевых гонщиков. Курт, это кольцевой гонщик, ладно, посмотрим на него. В принципе, я знаю, кто это, он сейчас будет вообще топить по жести. Он все равно соснет. Надеюсь, трафик не будет мешать. Ты, он же соска. Вы что, не знали? Только так сосет. Незнакомый, говорю, он вообще хороший в этом деле. Мы знакомы просто нетрадиционной ориентации. Он решил поделиться со мной инфой. Такой инсайдерской. Ой, как все плохо. Ну ладно. Трасса иди. Изи трасса, изичная. Этот момент тот раздражать, мне кажется, будет. На нем хорошо проезжает, а я фигово. Ты придурок, сука. Он, походу, на этот фургон заехал и перекрутился. Вот я красава. Я-то не сильно замедлился. Вот там неплохо так прибавил в отрыве. Потому что он сокращает отрыв, я не знаю почему. Наверное, потому что он лучше кольцевой гонщик. Но не секунда за секундой же. Причем я тоже неплохо катаюсь. Очень странно. Ох, как хорошо я залетел сейчас. У него отрыв был 9 секунд и резко стал 6. Нормально? Нормально. Ладно, это последний круг, в принципе, срать на него вообще. Полностью из головы. Знаете, почему я тормоз нажимаю сначала? Чтоб этот даун сидящий за рулем моей машины передачу свою сбросил. При торможении сбрасывает передачу. Так, ты получил нижнее вознаграждение, ты занял позицию 1 в рейтинге кольцевых гонок. Drag Racing. Тебе лучше не смотреть под капот моей тачки. Чего доброго, еще от гонки откажешься. Угу. За первое место. Я сегодня, за день, с 7 или 8 места, по-моему, 7, до первого места поднялся. Как это не достижение, а? Задний кто-то поможет. Трасса кайфовая. Кайфовая трасса, ну да. Просто не повезло, не фартануло. Ой, как фигово. Я не вижу трафик. Тоби пизда. Но передача кончилась, чел. Фух. Изи катка. Не могу поверить. Все же было так просто. Похоже, мне пора на покой. Конечно, просто. Вы чё? Мне даже не почувствуете. Со второй попытки прошел. Дристинг. Аккуратней, мальчик. А не то случайно впишешься в стену. Почему в дристе чел самый крутой дирт? Дирт это, как по мне, грязь. Это грязь? Не думаю. Почему с этим ассоциируется, не знаю.
Да сейчас мы его порвем, он тнина будет. Чмоль дрифтинг это самое лучшее, что мы можем. Мы, по-моему, один раз только переначинали, да? Дрифт и все. Насколько я помню. Мы переначинали тогда, когда неверную тачку взять, там какую-нибудь Акуру или типа того, когда я не знал, то, что она заднеприводная оказалась. Я думал, она переднеприводная, она заднеприводная. Слышь, Дирт. Я думал, мы один на один, а ты каких-то своих дружков подозвал. Так не делается. Ой, блядь. Что-то вообще не прет, слушайте. Не идет. Не идет катка. Блин, она как-то резко перекладывается, тяжело поймать ее. Давай, 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 давай. Нифига, мне даже очки не сбросили. Блин, нажал тормоз называется. Когда меня занесло жестко так. Чтобы меня не развернуло. И он взял, сбросил газ. Спасибо, спасибо, спасибо. Чё за отстой? Ты угораешь тачкой? Не могу, блин, тронуться с места. О, как я грамотно проехал. Тихо, тихо. О, 34. Как я 360? Неплохо, да? Если бы еще не врезался. Если бы я не врезался, я бы не сделал 360. Блин. Да опять это место, да, походу? Это другое, не могу понять. Вообще неадекватно идет вся тачка на ней. Как тебе Дирт такое? Насколько я косарей опередил? Похоже, у нас объявился новый король, а? На 70 косарей, грубо говоря, 74. Чё там? Тебя ждет Honda CTJ Drifting. Чё по рейтингам? Первое, второе, первое, первое. То есть у нас остался спринт. Ага. Погулял, пока еще можешь. Зашибу ведь ненароком. Может быть, чет и чемпиона тебе вполне под силу потеснить его на 50 почет. Да он еплан. Пошел нахуй. Да. Стартуем и все. Не даем никакого шанса перейти у нас. Этим читерестом, читерастом, читер-пидорастом. Вау, вау, вау. Вау, ё-моё. Вот это надо, короче, сохранить. Кто еще такой трюк может сделать? Мало кто, наверное, сможет повторить. Потому что это дикая случайность. Ну, выглядело красиво, согласитесь, вообще классно. Я еще главное так подрифтил. Там так типа трасс такой дрифтовый сбоку. Ну и подрифтил такая масса. Пошел нахуй.
Это Субарик? Да. Видите, я по крылу переднему понял то, что это Субарик. Только не я так может. Наверное, кто-то еще. Ушит. Ладно, это спринт, в принципе. Все плохие места, которые мы проехали, они должны будут встретиться дальше. Ой, все как плохо. Что такое? Что за отстой? Прям под, перед финишем, смотрите. Машину заколбасило. Обидно на самом-то деле. Убейся. Плиз. Цка. Я мог его обогнать в конце, если б я смог раунд на его подрезать. Мне не получилось, потому что там повороты такие были, у него зад закрыт. Он прижат к поворотам был. Если бы он открытый был, если бы посередине ехал поворот, тогда я бы его смог подрезать. Ощущение, как будто колеса сами отталкивают тачку. Попрыгунчики нахрен при таких прыжках. Да, именно то, что я хотел. Сраный конус. Сейчас пограмотнее вроде еду, да? Ой, блин. Опыт пропил немножко свой. Я просто весь день сижу и пью видос. Надеюсь, это последняя серия. Потому что мы как бы уже последнего финала, последнего босса побеждаем. Бля. Слышь? Я вправо поворачивал, да? И у меня тачку как понесло вправо. Это либо у меня клавиатура уже все, кранты, либо я не знаю что. Мне кажется, это игра, клавиатура, потому что не должна за 2К сломаться за 3 года примерно, и сколько ей, 3 или 4 года, не помню. Вот теперь мы первые, теперь мне нравится. Теперь они бро, они как до этого были не бро. Фух. Наконец-то. Сейчас будет интересно. Куда ты катишься, придурок? Ти-Джей накосячил с машины сама, ты так догони ее, заставь возместить причиненный ущерб. Тоби, пизда. А походу это еще не финал. Саманта против нас была, теперь мы за нее. Типа мы не хотели плохого, поэтому все хорошо. Да Ти-Джей охуел. Не нравился мне он с самого начала. Да это вообще, по идее, отрицательный персонаж в этой игре. Хоть он подгоняет нам ништячки всякие, да, но он вообще говно. По сути, человек. 5 кругов! Ну то блин, я уже финал хотел. Там этот, Эдди, все дела. На своем 350-м зэке будет гонять против нас. На первой самой карте. Ну первой где-то. Третья или вторая карта. Третья или четвертая, наверное, так скажем. Какая-то одна из первых. Несложная трасса там. Вот этот, где японцы. На трассе, где разводной мост. Будет гонка. И... что там еще? Я дальше не помню.
Он не накосячил с тачкой, он намеренно ее испортил. Косяк и намерение, и намеренное испорчивание имущества — это совершенно разные вещи. Косяк — это он случайно, по незнанию, по неопытности допустил ошибку. Он не знал то, что он допустил ошибку. А здесь он намеренно допустил ошибку, намеренно изуродовал его тачку, все дела туда-сюда. Поэтому не надо, пожалуйста, так называть такие вещи. Да. У меня даже во рту десна опухло. Это потому что я арахиса много сожрал. Да. Какой-то мешок арахиса дома лежит, я его сожрал. Сейчас будет лучший круг, видимо. А может и нет. Нет, наверное. Да, да. Да, лучше. Отлично. В принципе, отрыв одинаковый. Что в прошлый круг, что этот. 5 секунд. Да. Был 7 секунд. Но я накосячил. Вот я накосячил. Потому что я случайно врезался. А он намеренно испортил тачку сама. Тварь кусок. Кусок тварь. Я какую-то прикольную песню, пока жарил все пельмени, придумал. Очень интересную. Но я не помню, там что-то с нулями связано. Чё он ко мне привязался? Пошёл нахер. Пристал что-то там. Твой, как там его, втек не поможет обогнать меня, понял? Козлина. У меня же всё-таки ротор. Так ротору не помеха, мне кажется. Тем более турбанутому. Соснул. Сама предлагаю тебе один из комплектов расширения кузова нового. Я же сказал, будет расширение кузова. Какой из этого выбрать? Давайте посмотрим. Мне вот этот больше нравится. Вот этот какой-то колхозный, да? Вот этот классный. Ну, круче. Возьмем его. Спасибо за машину. В последнее время все так изменилось. Но в стрит-рейсинге, как всегда, это нормально. Так и должно быть. Охренеть! Журнал «Стаф» решил пройтись по стрит-тюнингу. Хочешь на обложку, с крутой тёлкой на фоне твоей тачки? Тогда постарайся победить. Это, походу, опять не последняя трасса гонка, потому что там был не спринт, по-моему, там было кольцо. А может, последняя, я не помню. Ну, давай уже. Давай. Давай, сваливай с своего первого места и давай его мне. Такой наивный челик он. Тоби пизда. Твой геттер ничто по сравнению с моим рыксой. Теперь будет сложнее пролезать между тачками, потому что у нас тачка широкая. Наверное. Это не финальный босс, если что. Это просто помеха перед финальным боссом. Иди гуляй. Видите, разработчики тоже видят то, что у них страшные задние фары, которые они придумали. И стоковые фары остались. О, он врезался. Все, изи. Изи катка, чувачок. Надеюсь. Если я не врежусь.
Блять, такая тачка страшная стала с таким расширением. Такая красотка была. Вах, прям. Мма. Тут какое-то расширение. Да ладно, Саманта, и, блин, какой-то пудель стал. Нахер его. Нахер всех вас. Давайте даже прыгнем напоследок так. По-моему, зря я это сделал. Нет, не зря. Красиво завершил. Фото на печатной обложке став. Не может быть, ты выиграл. Это у него в тачке, да? Я же сказал, какой-то челик будет. Легенда улиц. Легенда улиц 305Z. Он, кстати, быстрый чел. Быстрее, чем Эдди. Это надо поднапрячься. Да, это, походу, именно то кольцо. Четыре круга. Ну что ж. Сделаем... Второе прохождение на моем канале в финальной гонке. Я тогда довольно-таки неплохо на Мазде проехал финальную гонку. У меня на канале она есть. Надеюсь, сейчас так и будет. Прошли мы тогда, то есть я один прошел, на MX-5, сейчас на RX-7. Маздульки тащит. One Love. Нет, конечно. Мне ниссанчики больше нравятся. Но маздульки тоже неплохие. Хотя, смотря какие ниссанчики. Ниссан Сильвия нравится. 32-й Гетер нравится. А вот остальные такие мрачноватые ниссанчики. Не ахти, так сказать. Я же сказал, какой-то быстрый чел. Хотя бы не дает напрягаться, не особо быстро. Ну, то есть он быстрый, не отстает, но и вперед тоже особо не лезет. Меня это устраивает. Ой, бля. Ой, спасибо. Спасибо, что подтолкнул. Видите, какой добрый чел. Люблю таких. Они как бы легенды улиц, все дела, они не светятся, сидят дома, там пьют чаек, помогают новеньким. Когда они справляются со своими этими потребностями. Своими делами, всякими поворотами. Нахера он оттуда едет? Он легенда улиц. Он должен знать все средства наизусть. Легенда туда, да. Наверное, я больше легенда улиц уже стал. Уже столько раз проходил эту игру. Почти. Один раз я... Много раз, когда я мелкий был. Один раз, когда я в пасек ходил. Где-то в каком-то третьем классе у нас вторая смена была. Потом... Еще что-то было, помню, не прошел. Вот эти все разы, которые перечисляю, я не прошел эту игру. Потом, один раз я прошел на камень, ну, то есть, просто так для себя проходил, и финал просто для канала чисто записал. И сейчас опять я прохожу ее. Я уже, блядь, все эти трассы почти наизусть выучу. Мне кажется, какой поворот за каким поворотом, я, конечно, не знаю. Но именно как расположены срезки во всех поворотах, знаю. Не заходить лучше всего, все дела. Да. Ой-ой-ой. Лох, блять. Как я его назвал, конечно, так жестко, да. Я крайне удачно его, кстати, подрезал. Я себе хуже не сделал даже особо. А ему серьезно так повредил скорость, да. Не назвать.
вещи своими именами. Хуёво я проехал, честно говоря. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, вот так делаем. Нельзя допускать, чтобы он меня обогнал на последнем круге. Не помню, я ББ нажимал, что-то придрочился к этой кнопке, помню. ББ. Нажимаю ее. Постоянно задрочил ее вообще на камеру. Ну, в принципе, без каких-либо напрягов, просто на изи прошли. Босс отодран. Что еще сказать? Что сказать? Мелисса, кто такая, интересно, побег. Давайте посмотрим. Последняя кнопка, которую я нажимаю в карьере, которая не пройдена еще. Я выиграл. Она теперь мне даст, что, да? Сбылась твоя мечта? Походу, дала. Поздравляю, режим карьеры завершен. Тебе доступны все дополнительные автомобили, трассы и другие призовые ресурсы. Чтобы начать карьеру сначала, создай новую учетную запись. Замечательно. Увидеть свою машину на обложке модного журнала — это очень круто. Но для этого тачка должна не только шустро ездить, но и прилично выглядеть. Ну и еще тебе самому нужно засветиться, выиграв гонку другую. Вопрос, почему у меня не все вот эти открыты? Я когда в прошлый раз смотрел, у меня тоже не все открыты были. Это как вообще их открывать? Это мне надо было всю тачку полностью прокачать, да? Я вот не знаю. Хочешь быть в курсе дел, почаще проверяй статистику. Здесь собраны все сведения о твоих победах, поражениях, очках, стиле. Ну и так далее. Спринт. Драгрейсинг. Серьезно, 120 драгрейсинга? Да ну нахер. По-моему, я кольцо только гонял. Капец, у меня меньше половины побед. Шанс поражений, процент побед 48. Дистанция. Почти косарь километров проехал только. Я думаю, больше. Все, очков в стиле. 2 343 128. Number one. О, смотрите, там снизу другие иногда бывают. Нет. Рыба. Давайте тачки посмотрим, какие есть. Какие открылись у нас. Так, наша Рыкса. Sky Eddy, наверное, да? А нет. Классно. Мне вот эта Sky нравится. По стилю сделан. Только передок немножко смешной, кажется. Мишка какой-то. Селика. У нас в городе одна такая каталась, только черная и колхозная тоже. Мне очень нравится. Стиль прикольный, а сама тачка такая. На любителя. Вот это прикольно выглядит, да. Сивик. Вот, это классно тачка выглядит. Мне нравки. Раскраской только различается, да? Но вот это мне больше нравится. Чем вот это. Чем вот это. И ничем не отличается по характеристикам. Ладно, короче, кто захочет, может в инете посмотреть, какие тачки за боссов даются. Не, сейчас это неохота делать, время уже, потому что час ночи. Я думал, я до 3 буду записывать видос, но что-то быстрее получилось пройти эту игру. Ладно, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. Может подписаться на канал, чтобы увидеть другие прохождения. И всем до встречи в следующем прохождении, в следующих видосах. Всем пока. Все.